нас был сильный ветер, поломало много веточек, особенно сывы, ива хрупка. Банан, видите, как растрепал, это все от ветра. А вот тоже. Как его колошматило. Ну, ветки убрали. Остались маленькие еще вот. Вот она. Не доглядели. В воду много попадало. Вот сколько веток. Угу. И вон еще упали. Стихия. Вон какие ветки, видите? Масик. А вот еще сколько утонувших веток. С одной стороны, я люблю листопадные деревья, они, конечно, красивые, когда весной зелень появляется. А с другой стороны, вот это вот стихийные последствия, конечно, не очень хороши. Дождики прошли, теперь, может быть, травка будет сходить. Идите груши ешьте. Вот ветки. Никто не заметил.
Но после дождя розочки ожили. Пошли груши лопать. Вон сколько, гляньте, нападало. Ешьте. Мишка он наяривает. Ты как Олег, тот любит грызть палки. Вон сколько веток, видите? Целая гора. Это все ветер наломал. Вот они, ивушки. Красивые деревья. Хорошие, но хрупкие. Платаны в этом отношении лучше. Березы тоже лучше. И остальные тоже ветки. Деревья. О, какая тютина. Громадина. Вот сколько листьев будет с нее падать. Ну что ты, Марсюшка? Санька, он перекур у него. Кофе пьет. Листья большие. Вон еще сколько веток, их надо убирать. Видите, нападало. Да, ивушки такие. Быстро растут, но и быстро отживает свой век. Добрый день. Да уже ближе к обеду. Да ну, 10 часов только. Да. Так. Вон и туда упали ветки. Корм не хотят есть рыбы. Не голодные. Да, лежат. Да, потому что похолодало. И все. И они уже в холодной воде становятся менее активными. Залегает на дно и кормом не интересуется. Вон они стоят на дне. Тихо, как хорошо в саду.
Вот и все, что я хотел сказать.